Ребята, всем привет, всем доброе утро. У нас уже утро, волосы не высохли, умывалась. Что такое? Я с утра уже сварила гречневую кашу детям на завтрак. Сейчас буду чистить картошку, делать мужчинам моим старшим. Отварю сейчас молодую картошечку с укропчиком и с маслицем. Они на улице варят, делают детям качелю. Гойдалка такая будет, гойдалочка. И сейчас я вам покажу, что у меня утром всегда на кухне. Ну, бывает, конечно, и меньше такого, а бывает такого вообще нет, если... Садись, кушай кашку. Остыла, нет? Если вечером кто-то поможет мне, помоет посуду, то утром этого не бывает. Сейчас я вам покажу. Ой, вот такой вот у нас утрешний срач, можно так сказать. Надо все это помыть, убрать. Вот я уже постелила полотенечко, чтобы мыть посуду. Приготовила кастрюлю для картошки. Буду сейчас чистить картошку. И вот у нас в этом кульке картошечка осталась. Ой, буряк упал. И вот еще у нас картошка, лук. Сейчас буду чистить. А вот кашка, что я детям приготовила утром. Утром. Сейчас утром. Она еще горячая. И вот поставила штатив. Буду ставить телефон и снимать, показывать, как я это все делаю. Ребята, еще достали гарбуз с погреба. Он у нас всю зиму пролежал. Хочу сварить гарбузовую кашу на молоке. Сегодня свекровь приехала, привезла молока. Муж заказал такую кашу молочную. И мы сюда перенесли котят. Что это, пакет упал? Перенесли котят сюда, потому что Настя сказала: мама, убери их с моей комнаты. Вот надо, видите, поменять. У нее еще кровит. Поменять надо пеленочку. Постирать эту. Ночью пищать не дают спать. Да? Рыжики. Маленькие рыжики. Да, Мия? Деточки твои. Ой-ой-ой, разбудили. Куда ж ты на них ложишься? Ё-моё, задавишь детенышей своих. У них уже глазки открываются. У этого серенького на второй день уже открылся один глаз. Вот так она их любит. Вот так любит, обнимает их. Ладно, пойдем заниматься делами. Thank you.
Ребята, ну вот мы с вами и убрали. Оставила шкарлупу от яиц. Скорлупу. Я ее вот так вот мелко-мелко дроблю ступкой. Ступки. И даю цыплятам, курочкам. Они очень хорошо ее кушают, скорлупу эту. Очень полезно. Вот она, гора посуды, которую мы помыли. Тут у нас уже кипит, картошка варится. Сегодня, наверное, в погреб опустим наш компот. Мия молоко разлила, надо вытереть. Ой, Илюша разлил чай нечаянно. Говорит, мам, я разлил чай, ты даже кашу не покушал. Ну, сейчас переоденем маечку. Ну, переоденем. Там вот наши шушики, шиншилки. Вот тут вот наш Тоша где-то. А что ты там забился в углу? Тоша. Тоша. Вот так у нас каждое утро.